Бизнес-клуб Казанского федерального университета стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 году, который был проведен Федеральным агентством по делам молодежи и запускает проект «Старт карьера». Данный проект направлен на создание площадки для взаимодействия академической среды вузов, бизнес-сферы и органов государственной власти для карьерной навигации учащихся направлений конкурентоспособности на рынке труда. В связи с продвижением проекта «Старт карьеры» на площадке Института управления экономикой и финансов КФУ состоялась презентация для студентов Казанского федерального университета. Мероприятие началось, я вижу большое количество студентов, это те, которые хотят поучаствовать в этом проекте. Насколько я понимаю, проект позволяет студентам определиться своей профориентацией, к чему они больше готовы посвятить себя в будущей жизни, где они больше проявят себя. То ли в предпринимательстве, то ли в руководительстве, причем именно в руководстве какими-то большими проектами. Но было названо, хотите ли вы стать директором большой международной компании. Видимо, это такой одно из достижений. Можно быть директором большой международной компании, но я бы, например, здесь хотел бы увидеть тех студентов, которые хотели бы стать предпринимателями. Целью мероприятия стало знакомство и подготовка студентов Казанского университета к организации масштабных поволжских бизнес-кейс-чемпионатов, в рамках которых, как правило, организована публичная защита проектов. Как сообщают организаторы, все участники получат реальную возможность приобрести профессиональные личностные навыки, необходимые для построения успешной карьеры и бизнеса, научиться решать бизнес-кейс и запустить свой проект. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.